16 октября на очередном пленарном заседании Законодательного собрания Забайкальского края 42 голосами «за» при 4 «против» бывший спикер парламента Степан Жиряков был избран членом Совета Федерации от Забайкальского края. Сразу после голосования он рассказал журналистам, что намерен работать в тесном взаимодействии с Баиром Жамсуевым, который назначен членом Совета Федерации от исполнительной власти края. Свой депутатский мандат новый сенатор намерен передать Андрею Мартынову, который шел вторым в краевом списке «Единой России» на минувшую выборах в законодательное собрание. Особое внимание Степан Жиряков планирует уделять газификации и программе развития Дальнего Востока и Забайкалья. Несомненно, очень важно, чтобы по максимуму федеральные деньги работали у нас в крае. Для этого надо создавать определенную инвестиционную привлекательность, то есть без всякого привлечения лоббировать Забайкальский край, представлять Забайкальский край как можно шире, и чтобы получить не только государственные деньги из бюджетной по этой программе, но и привлечь еще определенные компании, которые бы у нас работали в Забайкальском крае. По части привлечения компаний и заинтересованных в Забайкальском крае бизнесменов, Жиряков намерен восстановить старые связи, по которым уже работал. Кроме того, уже есть договоренность о сотрудничестве с организацией «Деловая Россия», в которую входят представители бизнеса страны.